По имени Бога. Здравствуйте, господин Лавров. Последние изменения на Кавказе как раз показывают о том, что некоторые режимы региона, они стараются усиливать отношения, раскол внести и хотят нанести удар жизненным интересам Ирана. С другой стороны, Азербайджан, проводя учения трехсторонные с участием Турции и Пакистана, во всяком случае, подготавливает почву для присутствия иностранных государств на Каспии. И это противоречит тем обязательствам, которые есть у стран для предотвращения присутствия иностранных государств на Каспии. Во всяком случае, этот вопрос не очень-то ясно, понятна позиция России по данным. А какой путь урегулирования данного вопроса? А какая позиция ясная у России по данному вопросу? Мы нашу позицию многократно излагали. Именно Россия сыграла решающую роль в том, чтобы остановить войну год назад, чтобы заключить трехсторонние соглашения на уровне президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении, в соответствии с которым в зоне конфликта в Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент, обеспечивающий спокойствие и создающий условия для возвращения к мирной жизни. Кроме того, в этом же совместном заявлении содержались принципы, которые определяют дальнейшие шаги по продвижению урегулирования, включая работу по разблокированию всех транспортных коммуникаций, по разблокированию всех экономических связей в этом регионе, от чего выиграют не только Армения, Азербайджан, но и Грузия, как еще одна закавказская страна, и, конечно же, от этого выиграют и Иран, и Россия, и Турция, как ближайшие соседи трех республик Южного Кавказа. В этом контексте мы обсуждали сегодня инициативу о том, чтобы создать формат 3+3. Три закавказских страны и три их больших соседа – Россия, Иран и Турция. У иранских друзей позитивное отношение к этой инициативе. Такое же отношение мы наблюдаем и в Азербайджане, и в Турции. Работаем с нашими армянскими коллегами, рассчитываем, что и Грузия, несмотря на все переживаемые ей проблемы, сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма консультации и согласования решений по развитию этого региона, ускоренному развитию этого региона, который долгое время сдерживал свое вот это вот развитие из-за сохраняющихся здесь конфликтов. Мы против того, чтобы наращивать здесь военную активность, против того, чтобы какие-либо учения носили провокационный характер. Есть и озабоченности, которые высказывает, скажем, тот же Азербайджан в связи с недавними учениями наших иранских друзей, которые были проведены недалеко от границы. А что касается Каспия и подготовки почвы для вмешательства в дела Каспийского региона иностранных государств, мы сегодня неоднократно подчеркивали нашим собеседникам, нашим друзьям, необходимость как можно скорее обеспечить вступление в силу конвенцию о правовом статусе Каспия, которая прямо запрещает присутствие на Каспийском море военных сил любых не каспийских государств. Конвенция вступит в силу, как только поступит последняя ратификационная грамота. Сейчас вопрос рассматривается в парламенте Исламской Республики Иран. Надеюсь, что решение о ратификации будет быстро принято, и тогда уже конвенция полноценно станет международно-правовым документом, обеспечивающим соответствующий режим на Каспии. Ну вот, наверное, что я хотел сказать. Убедительная просьба, когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило, с каким-то корреспондентом.